Приветствую, дорогие друзья! Вы на канале English Lesson Channel, и в этом видео мы рассмотрим разницу между Present Perfect и Past Simple, настоящим завершенным и прошедшим простым временами. Иногда эти времена могут показаться очень похожими. Разберемся, почему мы используем то или иное время. Мы используем Present Perfect, когда говорим о том, что актуально для нас сейчас. Past Simple же – это простое законченное действие в прошлом. Рассмотрим два предложения. She wrote her first novel in 1998. Она написала свой первый роман в 1998. She has written lots of novels. Она написала много романов. Разницу иногда трудно понять. Оба глагола wrote – написала и has written – написала переводятся на русский язык одинаково, прошедшим временем. Глагол «написала» можно понять двумя способами. В первом случае wrote – написала, значит, совершила действие написать когда-то в прошлом. Во втором же случае has written – написала – означает, что уже писала раньше и имеет много написанных романов. То есть в русском языке у слова «написала» два разных смысла в одинаковой словесной оболочке. Но в английском языке это две разных оболочки – past simple и present perfect. То есть, когда говорим «написала» в значении «сделала это в прошлом», используем past simple. А в значении «уже писала раньше» имеет много написанных романов – используем present perfect. Рассмотрим некоторые случаи употребления этих времен. Past simple употребляется для обозначения действия, которое произошло в указанное время в прошлом. She wrote her first novel in 1998. Она написала свой первый роман в 1998. То есть действие произошло в прошлом, и этот период времени уже закончился. In 1998 в этом случае будет конкретным указанием на время в прошлом. Present perfect употребляется для обозначения действия, которое произошло в неустановленное время в прошлом и связано с настоящим через результат. She has written lots of novels. Она написала много романов. Present perfect – время указано размыто, неточно или совсем не указано. Действие началось в прошлом, неважно когда. В данном случае важно не когда произошло действие, а его результат. Результатом в нашем случае будет множество написанных романов. Кроме того, past simple может употребляться для обозначения действия, которое началось и было завершено в прошлом. He played basketball for 10 years. Он играл в баскетбол 10 лет. То есть сейчас он не играет в баскетбол, действие закончилось в прошлом. Present perfect же употребляется для обозначения действия, которое началось в прошлом и все еще длится. Это обычно касается так называемых stative verbs, то есть глаголов состояния. I have known her for 5 years. Я знакома с ней 5 лет. То есть я познакомилась с ней 5 лет назад, и до сегодняшнего дня я ее знаю. Действие продолжается в настоящем времени. Друзья, спасибо за просмотр. Обязательно ставьте этому видео лайк, если оно было вам полезным. Не забудьте подписаться на канал, если до сих пор этого не сделали. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеоуроки. До скорой встречи!